Привет, дорогие друзья, с вами Дима и канал МТГ Сибирь. Извиняюсь заранее за столь долгий перерыв, просто очень много работы. Я ее все делал, но теперь я снова с вами. Итак, сегодня у нас будет Naya Spells. Мы будем прокачивать наших существ для победы. Колода это от подписчика. Правда, я ее немножечко видоизменил под себя, под свои запросы и под свой стандарт игры. Если вам интересно, то оба деклиста, и мой, и его, причем он своим деклистом играет очень успешно, дошел им до мифика и даже выиграл турнир. Это все очень замечательно, с чем я его поздравляю, он большой молодец. Все оба деклиста будут находиться в описании к этому ролику, поэтому заглядывайте туда, копируйте, смотрите, тестите, пробуйте. Ну а сегодня я буду немножечко своим видоизмененным листом играть. У меня меньше опций, меньше ответов, чем на всякие разные угрозы, но он более, я считаю, такой универсальный. Чем тот он такой специфический, под определенного человека сделан, под его манеру игры, под его задачи, у меня немножечко по-другому. Итак, самые главные звезды этой колоды, это, конечно же, Шельмец Какофонии за одну ману 1-1, когда он наносит боевые повреждения игроку, мы можем пожертвовать его, если мы это делаем, мы используем распространение. И когда Шельмец Какофонии умирает, он наносит повреждения на своей силе в любую цель. Вот так вот. И виртуозный осветитель. За 2 маны 1-1 с двойным ударом. Каждый раз, когда он становится целью заклинаний по нашим контролям, он сговаривается. А также портящие пикники за 2 маны 2-2. Каждый раз, когда он атакует, пока мы контролируем существо всего 4 или больше, он получает двойной удар до конца хода. И также можем разыграть его как волшебство приключения, распределить 3 жетона среди любого количества целевых существ под нашим контролем. То бишь нам нужно прокачать наших существ по максимуму и просто дожарить. Вот такая цель. Две копии наглой домовой мыши. Во-первых, она может запрошмыгнуть, дать нашему существу +1/+1 до конца хода, и оно не сможет быть заблокировано существами силой 3 или больше. Это на самом деле в некоторых вариантах очень важно. Допустим, против той же самой Аделины, когда она стоит на блоке и уже думает, что ага, сейчас я схаваю твое существо, но нет, мы даем с помощью наглой мыши ее плюшку или против Шелдред, ну чего-нибудь такого. Также за одну ману существо 2-1. Три копии побега Лорен за одну ману, целевой артефакт или существо, получает порчу устойчивость, неразрушимость и предскажите один. Чудовищная ярость очень сильно вкачивает наше существо, благодаря чему мы можем выиграть, плюс дает пробивной удар. Четыре бесстрашие за одну манку, то также очень сильно прокачивает наше существо и дает пробивной удар, и когда оно падает на грейв, то бишь, допустим, существо умирает или экзалится, оно падает на грейв, то мы дроуем карту. Пряничный громила тоже отличный вариант финишора за одну ману 1-1, который может не блокироваться. То есть, если мы его обвешиваем, оппонент не сможет его убить, то мы просто запинаем, потому что можем ему за одну ману давать unblockable. Три копии противостояния Тивара, тут тоже за одну ману X, и вот что получает порчу устойчивость, неразрешимость, а также мы можем дать ему +X/+X до конца хода, что очень немаловажно. Две копии Инти, Синишаль Солнца за 2 маны 2-2, каждый раз, когда мы атакуем, можем бросить карту. Если мы это делаем, мы кладем жетон на целевое атакующее существо, оно получает пробивной удар до конца хода, и каждый раз, когда мы сбрасываем карту, мы изгоняем карточку стопа, и можем ее в этом ходу разыграть, что тоже очень немаловажно, дает нам как бы дополнительную карту, если нам разыграть, собственно, нечего. Допустим, нас флудит. Такое тоже бывает. Две копии очаровательной злодейки за 2 маны 1-1 с ускорением. Когда выходит, мы выбираем опцию либо сбросить карту, затем подровать карту, либо создать фишку клада, либо фишку роли злодея, чар, прикрепленных к целевому существу по нашим контролям. Он получит +1/+1. Также у нас есть две копии специалистки по эвакуации, чтобы наших финишеров, собственно, можно было реанимировать с грейва. И три копии возжигания ангельских огней за 3 маны. Мы кладем 2 жетона +1/+1 на целевое существо, он получает бдительность, пробивной удар, цепь жизни, неразрушимость, ускорение. И еще с воспоминанием. 22 земли в колоде, друзья. Ставьте обязательно ваши лайки. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. Погнали тестить. Итак, первая рука. Первая игра, рука, которая, в принципе, меня очень даже устраивает. Давайте попробуем ее кипнуть. Ну, то есть, тут очень мало спелов. На самом деле, нам дали на стартовую руку. Только бесстрашный, бесстрашный такой отличный спел. У нас есть Шемец Какофонии, есть осветители. И если они с ними ничего не случится внезапно, то у нас есть все шансы победить. Какая-то снова еще одна карта, которые абсолютно не взаимодействуют с игроком. Мне это не нравится. Люблю, когда потыкать, что-нибудь светится. Тут просто визарды обленились в конец. Не могут ничего интересного придумать. Я имею в виду про боевое поле. Конечно же. Ну что, ждем, пока оппонент наш даст добро на игру. Да?
Но пока, друзья, не забывайте, что вы можете помогать каналу донатом. Ссылочка в описании к ролику, как всегда, в любым вам удобным способом. Если же вы не из этой страны, не из России, то напишите мне в телегу, я вам подскажу, как это можно сделать. На самом деле ничего сложного в этом нету. Все донаты идут на развитие игры, тем более, что уже совсем скоро выходит новый сет. И уже совсем скоро выйдет мой обзор с другом. Мы будем вместе записывать на новый сет. Поэтому, собственно, welcome. Также хочу, ребята, пригласить всех желающих на турнир подписчиков. Он состоится в субботу. Это у нас будет, сейчас скажу, 20 января в 20:00 по Москве. Добавляйтесь в мою телегу, ссылочка в описании. Там вся информация будет указана. Как бы все, кто уже в телеге, все об этом знают. Шельмец. Интересно, про что мы играем? Такой красивый кармашки. Если честно, еще никогда не видел. Человеки. О, это нормально. Это дает нам какие-то хоть шансы на победу. Я даже, наверное, с шельмецом как Афони пойду в атаку. Если он станет вербовщицей, я буду не против. Абсолютно. Мы можем злодейку в следующий ход дать сюда. Плюшку. Видите, в чем проблема? То, что у него есть эти капитаны, а у нас пока что нечем защищать. Не, отмена, ответ. Отклонить. Не будем никого жертвовать, пускай. Не будем никого ничего жертвовать. Может быть, там сейчас какая-нибудь талия. Да, вот она. Ага. У нас две земли, да, под сброс. Тоже не очень хорошо. Под сброс виртуозным осветителем. Ну и бесстрашие сразу подорожало. Ага. Так уже поинтереснее. На самом деле поинтереснее, действительно. Давайте, наверное... Так. Так. Что же нам делать? Талия, на самом деле, против нас хорошая. Смотрите, мы можем злодейкой дать сюда, допустим, да? Давайте, наверное, для начала вот так вот сходим шельмецом. И попытаемся убить талию. О, да. Талия нас мучает. А ведь мы можем ее убить. Отлично. Теперь ставим злодейку. Ставим злодейку. Автоплата. Создаем фишку роли злодея сюда. Он будет у нас 2-2. Конец хода. Так, ну теперь я думаю, что будет... А, талия еще одна, без проблем. Уже без проблем. Уже у нас все тут есть. И мана есть, и все тут есть. А, ну да. Но все равно без проблем. И вербовщица. Хорошо. Пусть будет вербовщица. Угу. То сейчас мы ставим бесстрашие, с побегом остаемся. И неплохо. О, отлично. Есть что скинуть. Итак, бесстрашие. Автооплата. Скинули громилу. Чисто, чтобы он не умер от талии. Далее. На 10. На 10. Так, на 10. И пока стоим с побегом, с побегом Лорен, ничего не делаем. Просто вот тупо на 10. Порим и все. Далее. Ага. Конец хода. Авангард, пусть будет. Так, пас. Пошел в атаку. Пошел в атаку. Давайте ставим блок. Ставим блок, не хочу. Один блокирующий. Пас. Ага. Без проблем. Так, ну не самый лучший, если честно, топ-дек. Но по... Ага. А если мы подроваем, да? Давайте побег тогда сыграем. Сюда. Доплата. Да. Мы, к сожалению, подровали землю. Капец какой-то. 7 земель. Это что ж такое? И 8-я на топ-деке.
Ужас. Далее. Атака. У него он с индестрактаблом, поэтому... Поэтому можем идти в атаку. Ну, а 10. Как бы. Талия не угроза, потому что мы в любом случае 10 принесем, ему придется вставать авангардом, скорее всего. Это, конечно, его подослабит немножко, но я не думаю, что она очень сильно, на самом деле. На самом деле, наверное, можно было просто пойти в атаку, тут я тупо... А, мы выиграли. Отлично. Вот эти винрейт. Я тут всего-то сыграл. Ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восьмая катка моя. Ну, я тестил эту колоду. Два раза слил, все остальное выиграл. Отлично. Давайте следующую. Еще, конечно, безумно рано говорить о каком-то винрейте, потому что всего лишь 8 каток, это прям вообще не показатель какого-то винрейта. Было бы каток 30-40, там уже можно о чем-то говорить. Но 8 каток — это, конечно, не серьезный винрейт. Абсолютно. Так. Ох. Нет, такое мы кипать не будем. Ни за что. Это поинтереснее, конечно. Ну, давайте ставим. Че убрать? Че убрать? Ну, противостояние, зачем мне два? Да. Почему он мне не цепляется-то? О. Так. Вообще хочу его закрыть нафиг. Ну, погнали. Нам бы растапанную землю, конечно. Зелено-красную. Зеленую или красную. Уже поинтереснее бы было. Ну ничего, попробуем. Попробуем. Не скажу, что это прямо хорошая рука. Она не хорошая, она нормальная. Но она никакая на самом деле. Автоплата. Атака. Чпеньк. Я посмотрю, что там будет. Ну это пятицветный контроль по-любому, мне кажется. Сейчас очень редко Грикси сам играет. Прямо совсем редко его запустили. Абсолютно. Хотя, может быть. Может быть и Гриксис. Смотри-ка, да? Давайте, долина. Долина. А, какая долина, господи, она же затапанная войдет. А, ну тогда Инти мы не сыграем. Чё-то я тупанул. Чё-то тупанул. Ну ладно. Не может быть заблокирован. Автооплата. Далее. Атака. Конец хода. Сейчас, скорее всего, урона подровается, поставится какая-нибудь жесть. И все-таки, наверное, пятицветный. Что происходит вообще? Наверное, пятицветные, может, хуманы. Что-то непонятно. Урона ты чем-то тут. Что он дровит, что он сбрасывает, мне интересно. Вот, сбрасывает. Так. Глисса. Глисса — это крайне неприятная хрень. Максимально неприятная, но пока что не критичная, на самом деле. Так, окей. Давайте. Портящие пикники. Автооплата. В атаку мы не пойдем. Просто скажем ход. Ходи. Здорово. Она снова подорвалась, что-то сбросила. Она за это хоть какую-то плюху-то получает, нет? Мне интересно. Реликвия из легенд. Пас. Глисса пошла в атаку. Да. Глисса пошла в атаку. Хорошо. Пас. Угу. Да. Подровался, паузал хит. У нас-то хорошо, мы любим, когда оппонент лузает хиты. Сейчас, скорее всего, что-нибудь урона там. Че он вообще играет, мне интересно. Реликвия. Стал реликвию. Да. Мой ход. Окей. Итак, долина. Чудовищная ярость. Автооплата. Угу. Давайте, наверное, Инти. Автооплата. Давайте далее. Давайте атака. Триггерочки. А, да, сбросим. Положим каунтер. Целиться в горло. Заплатить ноль.
Подтвердить. Сюда. Автооплата. Ну, наш 12. Идем в атаку. На 12. Бам. Еще на 6, оппонент в 5. Окей. Подровался. Что-то подискартил там. Швейн постоянно что-то дискартит. Глиссу подискартил. Хорошо. Ну, ходи. Сейчас по-любому снова ремувал в порт еще пикники. У нас еще, кстати, инти есть так-то. И так-то есть Громила, да? А товара его поломался. Хорошо. Кстати говоря, неплохо, да? Неплохо. Земля. Земля. Давайте скажем... Краденое явство. Сюда и сюда. Давай вот так. Подтвердить. Автооплата. Окей. Нет, а так ходи. Сейчас снова что-нибудь подровался, что-нибудь бросил. Нет, эртай. Хорошо, эртай. Эстеки подровался, подискартился. Постоянно что-то дискартит. Да, эртай, он убил, громил. Наверное, громила пострашнее. Да. Мы подровались. Подровались, да, неплохо. Подровались прям. Хорошо подровались, я вам скажу. Нам бы сейчас подровить что-нибудь типа противостояния. Еще, чтобы убить. Ну, теперь-то мы по-любому можем убить, на самом деле. Если у него там не возникнет ремувала. Так. Давай. Ползал хит. Поставил. Кого? Каждый раз, когда земля попадает откуда-либо на кладбище, вроде один жетон. Угу. Интересно. Так. Ну, давайте, наверное, далее. Давайте, наверное, атака. Атака. Один атакующий. Давайте позже на него жетончик. Сбросим карту, во-первых. Триггера. Первый жетон. Во-вторых, мы что-нибудь сейчас поэкзайлим. Портящие пикники, типа, да. Атака. Блок. 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 Все в блок. Значит, вот так вот мы встанем в блок. И скажем чудовищная ярость. Автоплата. Давай. Теперь самое время подроваться Роной, чтобы сбросить карту земли и положить жетон. А что он делает, если честно? А, удалить 3 жетона. Видите, в руку. Ну, хорошо, все равно. Мы семерку как бы бахнем. А, еще таки нума. Ладно. О, у него тоже инти есть. Прикольно. Ну, инти. Угу. Все равно мы его бахнем, да? Угу. Или не бахнем? Бахнем. Ну, то есть, только теперь он должен что-то либо вернуть его в руку, либо как-то что-то делать, да? Вернул земли. Так, а что делать Титания? Ага. Ну, давайте портящие пикники для начала. Автооплата. Да? Стоит ли второго ставить портящего пикники? Не думаю, на самом деле, давайте конец хода. А, блин, надо было ставить. Тут я тупанул, да. Тут я прямо сам вот невнимательно. Извиняюсь. Ты сам невнимательно. Надо было ставить. Ну тут уже, наверное, у нас шансов нет. Он прям хорошо, хорошенько так вот это. А, ну все, да. Всё, я думаю, что тут шелдред уже. Ну, давайте посмотрим, что там будет. На самом деле, я думаю, что все. Тут уже мы не вывезем. Ну, я говорю, что мне рука не очень сильно нравится, а так оно и оказалось. Плюс мы мульганим до 6, конечно, тут уже тяжело. А, да, я сдамся. Давайте следующую. Итак, друзья. Неплохая стартовая рука. Ходим первым, давайте оставим. Тем более, что мы можем все поставить, что у нас есть. Это прям замечательно. Угу, погнали.
Сейчас вот думаю с помощью инти. Давайте инти. Инти вообще интересный в этом плане. Атака. Давайте сбросим очаровательную злодейку. У нас есть комбо, мы можем ее вернуть в следующий ход. Это прям классно. Шельмица мы, конечно, не сыграем, но и фиг с ним. Отклонить. Ходи. Так, черно-синий у нас тут. Остров. Так. Давайте, хочу специалистку поставить. По эвакуэйшену. Yeah, baby. Вот так вот. Просто и со вкусом. Так, мои хорошие, четвертая каточка. Давайте пробовать. Так. Пейнт ходит первым, да? Давайте попробуем оставить. Посмотрим, что будет. Монорет. Может быть, тогда, значит, даже рука и не против монорета, конечно. Так. Давайте. В таком случае, наверное, поставим даже мышку. Первое. Если был не монорет, я бы, конечно, оставил под виртуозный осветитель, там что-нибудь. Но если монорет, то, может быть, даже лучше и мышку воткнуть. Тенец Феникса, да? Нет блоков абсолютно. Нету. Угу. Да, да, да. Значит, тоже будет порочить очень больно. Ну, как бы мышку я не хочу терять на старте игры. Так, ущелье. Давайте все-таки, наверное, осветитель. Если он выживет, будет замечательно. Не выживет, ну и бог с ним. Нет, это так. А может быть, он сейчас поставит что-нибудь, под что я захочу встать. Вот скви, допустим. Кстати, да, еще бы не скви. Атака, атака, атака. Все атаку. Да, давай. Это сюда. Это сюда. Однозначно. Так. Теперь. Давайте. Чудовищная ярость. Сюда. Автооплата. Шельмец. Сбросим осветителя. Да. И поставим шельмеца. Автооплата. Далее. Атака на 5. На 10. И конец хода. Земля. Годрик. Хорошо. Пас. Пошел, наверное, в теме, да? Ну да. Так. Пас. Давайте встанем в блок сюда. Пас. Убьем. Давайте, да. Мы же на четное ходим число дамага. А все-таки сюда, ладно. Чпеньк. Мой ход, да, он мне предлагает сделать. Роль земли. Теперь тоже вопрос. Чем мы подровываем? Так. Давайте побег. Играем. Автооплата. Отлично. Сбросили заросли. Шельмец. Хорошо. Скали бесстрашие. Автооплата. Сбросили шельмеца. Злодейка, автооплата и все. Друзья, ну вот такая колода получилась. Надеюсь, что она вам понравилась. Ставьте на ваши лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. Ищите второй оригинальный от подписчика деклист в описании. Я там прям подпишу. Деклист мой, деклист подписчика. Ну а с вами был Дима, канал МТГ Сибирь. Спасибо большое за просмотр. Всем удачи, пока и хороших топ-деков.